Здрасте. Начинаем прохождение второй части Creepy Tale. Тут нас снова ждет красочное приключение, наполненное жуткой атмосферой сказок братьев Гримм. Всем приятного просмотра. Ну, поехали. Глава первая. Незваная гостья. Засиделся я. Пора бы проверить, как там мои родные. Ну, а тут еще и озвучка есть. Обалдеть. Перемещение действия. Что-то здесь только что было. Он еще и взад вперед входит. Ну да. Лук и стрелы для тренировок во дворе. Этим летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень, похожий на янтарь. Теперь это наш ночник. Где-то я уже видел. Красавец-медведь, наделивший меня шрамом на щеке. У тебя шрам? А у медведя что? У него шрам? А что было, а что стало с медведем? Половина шкафа забита моим творчеством. Люблю мастерить из всего, что найдется в лесу. Шкафчик с рукоделием, которым заведует Элли. Не знаю зачем, но она любит запирать его на ключ. Привет, 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 странник. На дворе осень. Мое любимое время года. Тьфу, гадость какая. А это что? Мышеловка такое? В боевой готовности. Заманивает жертву аппетитным кусочком сыра. Ничего, вроде тут все посмотрели, да? Ладно, пойдем назад. В смысле, вниз. Ларс, пропал мой Мишка. Ой, беда какая. Что ж делать-то? Вы же с ним неразлучны. Когда Мишка убежал? Это тот, чья голова висит наверху. Тот этот Мишка. Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался за колодец. Думал, это надежное место, глупенький. Сегодня его там нет. Сейчас мы его отыщем. Не волнуйся. Голову я уже нашел. Там вон наверху. Пойдем, я тебе покажу. Голова здесь. Сейчас осталось всего остального Мишку найти. Ладно, тут надо что-то тоже посмотреть. Отец чистит ружье. Не стоит отвлекать его без причин. Да. А то еще один Мишка пропадет. Дневник моей мамы. Она пропала 5 лет назад, и это единственная вещь, которую мы храним. По рассказам отца, моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком. Все свободное время она проводила в библиотеке. Мы пытались расшифровать записи, но мама писала на древнем языке, которому ее еще в детстве научил мой дедушка. Смахивает на историю, типа, твой папа летчик был, да? Где мой папа? Твой папа летчик. За колодцем, говоришь? А колодец? А колодец у нас здесь. Да, за хлебом вышло. О, вот же ж Мишка. Хм, здесь только тело Мишки. Я же говорил, голова наверху. А тут какой-то инвентарь, что-нибудь. А, о, инвентарь есть. Плюшевое тельце, лишенное головы. Потрясающе. Инвентарь есть. В туалет? Не, в туалет меня не пускают. Или что это такое?
Тихо. На этом пеньке мы рубим дрова. Сколько себя помню, он всегда стоял здесь. А вон и голова Мишкина наверху. Мы с отцом любим пострелять во дворе. Вчера до победы мне не хватило всего лишь пары очков. Вон ворона там сидит. Бери топор. Ворона, готовься. Гадкая ворона оторвала Мишке голову. Как же заставить ее открыть клюв? Ну, можно ей отрубить голову. Правильно? На этом пеньке мы рубим... Да-да-да, ты уже говорил. У меня был лук и стрелы были. Да-да, лук и стрелы были. Стрелять по вороне решусь только в крайнем... Так, понятно, не хочет стрелять. Этим летом мы нашли... А что ты можешь взять, друг мой? Перехитрить. Как что его перехитришь-то? Стрелять надо сразу. Шкаф с нашим. Ну, там реально сыр лежит. Но так это не работает. А жаль. Папа, ты мне это... Отец чистит ружье. Ружье не одолжишь? Нет? А, тут даже подсказки будут такие появляться. Ну, я бы не сказал, что это очень здорово. Ну, ладно. Думаю, вороне понравится кусочек сыра. Ну, ладно. Может, это типа обучение, начало игры. Вот там типа использовать предмет. Сюда. Ну. Не. А, может, на вороне надо использовать. Ага. Ну ладно. Ну вот, Мишка найден. Осталось пришить голову на место. Еще и пришить? Я что, им швея, что ли? А, может, можно просто объединить? А, нет. В таком виде Мишка... Нельзя нести. Тут продукты, я понял. Да-да-да, я знаю. Так. А где там что? А! Там наверху были какие-то швейные принадлежности. Элли, можно попросить у тебя ключик от шкафа? Можно. Думаю, он продвинет поиски Мишки на несколько шагов вперед. Правда? Вот, держи. Лови! Не, скотч не нужен. Сейчас все будет. Шкафчик с рукоделием... А, надо так, да? Так. Плюшевый медведь. Мишка снова с нами. Пора обрадовать Элли. А где же туловище этого Мишки? На тебе. Посмотри, кого я нашел за повозкой с сеном. Передай Мишке, чтобы больше не общался с воронами. Спасибо, спасибо, спасибо! Сынок, подойди ко мне. Слушаю, отец. Ожидается холодная ночь. Будь добр, наколи немного дров. Будет сделано. Ну вот.
А где? Ну, топор у меня есть, ладно. Может, можно срубить дерево это? Или вот эти ветки взять? О! Не ветки, а вот чурочки, да? О, опять бабочка это. Бабочка. Да подойди сюда, сынок. Отлично, давай попробуем еще раз. А, надо, наверное, нажимать. Хорошо. Маловато будет. Нужно взять еще полено. Сейчас понятно, заманит меня в лес, да? Пропустил что-то? Да я побоялся идти дальше, там бабочка летит. А, вот. Спасибо за арену. Тяжелый топор. Отец мечтает, чтобы осталось отнести дрова в дом, и дело сделано. Хорошо. Чуть какое-то печальное начало. Дрова рубить заставляют. То ли дело в первой части сразу. Дневник моей мамы. Она по рассказам отца. Да-да-да, это мы пытались расшифровать запись. Да-да-да-да-да, подожди. А куда дрова-то положить? Или она просто доложится? Дело сделано. А, доложиться надо? Молодец, сын. Сложи в дровницу у камина. С дровами покончено. Теперь можно и немножко отдохнуть. Ну ладно. Тебе потеря поспать, что ли, надо, или как? Как-то он быстро утомился. Да, даже я бы еще мог что-то сделать. О, старые знакомые. Элли, не бойся, я не причиню тебе зла. Это же я, Марта. Помнишь, как славно мы играли в салки на прошлой неделе? Надо было забрать, да. Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ты обретешь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь ее. И если она тебе не понравится, мы уйдем, я обещаю. Похоже, дети стали сиротами. Круглыми. Мама ушла за хлебом. Какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущаю себя владычицей мира. Рада приветствовать тебя, сестра. Но ведь ты не единственный ребенок в семье. Все верно. У меня есть брат. Сдала. А я тебе Мишку искал. Здесь, прямо над нами. Правильно, лес – самое безопасное место. Но бежал он недолго. А, это было… Я понял. Это был пролог. Только не шуми. Да я и не думал шуметь. Меня зовут Полунь. Я ваш домовой. А что ж ты не в доме живешь, домовой? А где-то в каком-то дупле. Ты дупловой? Для она общего удобства. Живу в дупле рядом с вами. Вот это я люблю, когда я задаю вопрос, а игра отвечает. Домовой? Я всегда думал, что это просто сказки.
Мой милый Ларс, мир полон волшебства. Просто оно открывается не всем. Держи, выпей отварчику из шиволости. Начинается. Он успокоит тебя и придаст сил. Это тот, что из грибочков я варил, наверное. Кто напал на наш дом? Ох, Ларс, случилось нечто страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью диадемы был захвачен разум одной девочки, которая и начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра. Она только что надела ее. Темная магия. Теперь она на службе зла. Марта, Дороти, а теперь Элли. С каждым днем наши дела становятся все хуже. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют сознание лесных жителей, одновременно пожирая их плоть изнутри. Что же делать? Как нам спасти Элли? Какой кошмар. Похоже, дедушка грибочков переел. Видел гиганта, сопровождавшего Марту. Наверняка Элли получит к себе в слуги нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Еще и план им нужен. Отвара мало в город. Было. Найди моего братца. Он тоже домовой? Живет он у портного. Даже помогает в шитье и по хозяйству. Толковый он и страшно любопытный. Уж точно знает побольше меня. Возьми ему гостинец. Мой фирменный кекс с грибами. Понятно. Это его любимое лакомство. Спасибо тебе, Полунь. Был рад познакомиться. Буду ждать тебя вместе с Элли. Да помогут тебе силы природы. Так. А куда идти-то? Ну, наверное, туда. Так, логично предположить. Да, вон нарисованы дома. То, видимо, это город. А что это вдруг? Я подхожу, и свет погас. Я же не страшный. О! Веревка привязана слишком крепко. Беда-то какая, да? Странно. Видимо, кто-то сильно торопился, раз оставил кувшин в такую ненастную погоду. Нет, точно, я иду, и все... Судя по вывеске, это домик портного. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. Подожди, там какой-то был кажется, конверт. Кажется, девочки посетили портного раньше меня. Все. Нужно хорошенько осмотреться. Домовой наверняка успел спрятаться. Он кошка, у нее ключ. Надо было взять топор, точно. Кс-кс-кс-кс-кс. Кис-кис-кис. Не бойся, я тебя не трону. Спускайся сюда. Ну да. Что он взял-то? Булавку? Кек. Нитки. Тихо. Какой огромный коготь. Похоже, портной ответил нападавшим славным боем. Ну, короче, хозяина нет, берем все, что видим. Любопытный камин.
О, так это каморка папы Карла. Нарисованный очаг. Там кукольный театр будет за ним. И поле чудес. Там что-то на окне еще было. Вот. Письмо от лесной феи. Адресовано домовому, проживающему у портного в камине. Ага, значит, у домового есть убежище. Надеюсь, он успел спрятаться. Домик портного. Сам хозяин похищен, но я не теряю надежды отыскать домового. Он был обязан успеть спрятаться. Ну а теперь можно туда, да? Холст из очень плотного материала. Сорвать его руками не выйдет. Угу. Коготь. Коготь, замок. Письмо от лесной феи. Адресов. Катушка. Личное изобретение. Удочка из булавки с ниткой. Из этого ничего не выйдет. А может, можно... Вот так? Серьезно? Нельзя, да? Личное изобретение. Отличная идея. Закрепив булавку на конце катушки с нитками, я получил простенькую удочку. Ну это при... А кого будем ловить? Кота, что ли? Или муху? Муха еще летает. А кого будем ловить на эту удочку? Не, ну кекс же ж не будет есть кошка, правильно? Не будет. Коготь, замок. Не, это все она есть не будет. Надо где-то найти какую-то еду для кошки. Тут вроде нет ничего. Может где-то дальше? Еще тянуть надо, я вообще надо тянуть. И что? А, это он доску отломал. Хорошо. Молодец какой, да? Уходить вглубь города бессмысленно. Домик портного позади меня. Не, там миска стояла. Там, наверное, надо чего-то... Может, здесь где-нибудь есть? Что-то не похоже. Странно. Видимо, да, вот кувшин. Веревка привязана слишком крепко. Ну да, кувшин, а как его достать? Сейчас, подожди, сейчас будем думать. Чем его можно? Когтем. Опа! Так. Удочка и кувшин, он же разобьется. Хорошая идея, но зацеплять кружку лучше, находясь на крыше. Угу. Хорошо, на крыше. Доской кошки, да, тоже вариант. На крыше. А как я заберусь на крышу-то? Веревка вот есть. Забраться на крышу с помощью веревки неплохая идея. Но без груза на конце ничего не... Какой рассудительный мальчик. Забраться на крышу да, с помощью... Да, все, я понял, да, подожди. Забраться да. на крышу с помощью... А, попросите, помогите, отойди отсюда. Так, и замок. Во. С помощью этого приспособления... Превосходно. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Спасибо, Вигеймс. Так, все. Давай. Оп. Зацепилась крепко. Думаю, я рискну взобраться наверх. Рискни. А теперь что, прыгать надо, слишком что ли? Слишком далеко. Боюсь, прыжок может стать... А, у меня есть доска специальная. Опа. Может, ее забрать надо, нет? Нет. Здесь нормально. Здесь недалеко. О, о, о. Сейчас будем ловить кружку на удочку.
Опа. А кувшин не нужен, да? Ладно. Так, стоп, а чего? А, так он все-таки с молоком. Хорошо. Другое дело совсем. Держи, кошка. Кс-кс-кс. Кис-кис-кис, спускайся, отведай вкусного молочка. Перепугалась бедняжка, даже меня боится. И что теперь делать? Отойти в сторону, может, надо? Может, еще подогреть молочко? Перепугалась бедняжка. Может, выйти надо? Я могу выйти. А теперь доской, да? По гол... А, да, до доску. Доску уже. Доску уже потратили. Ну вот, все ужасы позади. Будь лапочкой, позволь снять с тебя ключик. Сейчас она тебе еще, как тот медведь, еще несколько царапин оставит, нет? Так, хорошо. А может, тоже можно когтем? Хе. Делов-то. Домик домового нашелся, вот только дверка закрыта на замок. Ну так у нас есть ключик. О, все. Живодеры какие, а? Здравствуйте. Меня зовут Ларс. Полунь велел вас найти. С ним все в порядке. Ну, лучше, чем с тобой, так точно. Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру. С ней приключилось нечто ужасное. Ларс, сознание твоей сестренки захвачено диадемой. Боюсь, просто снять ее будет недостаточно. Полунь всегда отмечал твою храбрость. Сейчас она как никогда. Кстати, даже мой хозяин, храбрый портняшка, проиграл битву этим существам. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали снова. Я попытался помочь, но меня полоснули когтями, и я свалился в подвал. Выходит, девочки ведут охоту на мальчиков? Да. Их используют как инкубаторы для вынашивания личинок новых волшебных бабочек. Какой-то бред собачий. Безобиден. Он прячется в пещере, а всю грязную работу за него выполняют девочки. Нужно торопиться. Ступай на восток, через лес. Там ты найдешь пещеру. Да умри уже, ну. Но как мне уничтожить зло? Проклятие. Кажется, он умер. Или неизвестно, где в лапах зла. Болтать надо было меньше. А я застрял здесь. Поконкретнее надо было и по... Отец! Я даже не знаю, что с ним. Ларс, соберись. Сейчас ты найдешь способ опустить лестницу. Лестницу? А, ну да, я же здесь попался. Да-да-да. Что тут такое у нас? Подождите, не закрывайте.
Или наоборот, надо закрыть. А, ну подожди, тогда закрывай. О! И что? Что-то это должно означать, видимо. Часть руки домового заменяет протез с крюком на конце. Давай, отломай. А что, если это и есть ключ к выходу? Ну, молодец, какой хороший мальчик. Странный механизм с рельсами. Возможно, он взаимосвязан с лестницей. Ага, протез идеально зашел в паз механизма. Так. И чё, повис? Подождите-ка. Как там было? Ну, наверное, вот так. Опа. Так. А теперь. Лестница слишком высоко. Да, это мы поняли. Не, ну это понятно. Это показано было, куда поставить. Тут еще не все. Все. Подождите-ка. О, что-то прицепилось. Да подожди ты, ну. Да ты посмотри, да отцепись ты от этого рычага. Пока, домовой. У тебя тут больше ничего нет хорошего? Я пошел. Нифига себе. Любопытно. Сегодня случилось очередное исчезновение. И вот кого я вижу на месте преступления. Это не я. Я здесь по той же причине. Пустите! Я ищу свою сестру! На мой дом напали монстры. Я успел сбежать, и вот теперь здесь, в поисках ответов. Беда не приходит одна. Утром исчезла моя милая, умница принцесса. Некто пробрался в королевский сад, разорвал прислугу на части и похитил мою девочку. Они же и совершают нападение на город. Монстрами управляют девочки, разум которых захвачен злом. Девочки, разум которых захвачен. Тебе известно больше, чем всем моим слугам. Кто ты? Мой король, меня зовут Ларс. Я простой сын охотника. Мне лишь известно, что зло, отдающее приказы девочкам, безобидно и притаилось где-то в пещере. Я иду туда, чтобы спасти мою сестренку. Твои слова и поступки достойны уважения. Да и храбрости тебе, как я вижу, не занимать.
Ради своей семьи я готов на все. Я медведя завалил. Молю, отыщи мою дочь. Дарую полцарства, все, что пожелаешь. О, полцарства, это хорошо. Слово короля. Но... Вот, это ее портрет. Прошу, мальчик, найди ее. Только полцарства это мало, а целое царство. Хорошо, я постараюсь. На улице ждет карета. Я подвезу тебя до леса. Нужно спешить. Все, такси, такси подано. Тыгдым-тыгдым. Ступай, отыщи мою маленькую принцессу. И помни, добро всегда побеждает зло. А, хорошо. Ну же, подвиги ждут тебя. А ты бы не мог своего рыцаря отправить, этого длинного, с мечом? Что это вообще за эксплуатация детского труда? Впереди наверняка множество опасностей. Вот, возьми мой кинжал. Спасибо, мой король.